«Атомэнергомаш», машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» и крупнейшая энергомашиностроительная компания в России. Мы объединяем ведущие конструкторские и промышленные предприятия. Производственные комплексы дивизиона расположены в России, странах СНГ и Европе. Мы создаем решения для атомной энергетики, нефтяной и газовой промышленности, судостроения, тепловой энергетики, мусороперерабатывающих комплексов и других секторов экономики. Наши технологии и оборудование обеспечивает работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ Российской Федерации и странах СНГ. Благодаря им зажигается каждая третья лампочка в России. Компания обеспечивает полный цикл работ – от проектирования до отгрузки и шеф-монтажа оборудования. На заводах установлено надежное и современное оборудование. Удобное расположение и собственные причалы позволяют отправлять аппараты любых габаритов в любую точку мира. Мы делаем акцент на эффективности производства, новых материалах и перспективных технологиях. Наши конструкторские бюро владеют уникальными компетенциями по целому ряду направлений. На предприятиях действует больше 70 лабораторий, имеющих российскую и международную аккредитацию. Именно здесь созданы первые в России промышленные 3D-принтеры для металлических изделий. В холдинге работают 17 тысяч сотрудников. Многие из них – ежегодные призеры чемпионатов WorldSkills. Система менеджмента качества полностью соответствует отечественным и международным стандартам. Все это позволяет выпускать надежное, эффективное оборудование и занимать лидирующие позиции на рынках. Консолидированная выручка дивизиона превышает 70 миллиардов рублей в год. Продукция компании дивизиона используется более чем в 20 странах мира. С 2012 года портфель контрактов компании на 10-летний период вырос более чем 7 раз. Объем заказов на ближайшие 10 лет превышает 750 миллиардов рублей. Наши партнеры и клиенты – крупнейшие российские и транснациональные компании. Вместе мы строим энергетику будущего.